игровой полет на Марс с более чем серьезной подоплекой. Швейцарские школьники 3 дня провели на марсианской базе в лесу под Лозанной. Это не просто игра, проект готовили 9 месяцев. За это время школьники посещали настоящие университетские лекции по астрономии и ракетостроению в Политехническом университете. Студенты помогали им готовиться к полету. Мы научились делать ракеты, переносить жару, есть обезвоженные продукты. Мы их, правда, пробовали. Занимались биологией. Мы проводили эксперимент так, как если бы действительно оказались на Марсе. Все серьезно. Ели космическую пищу, изучали выращивание растений. Снаружи мы все были в шлемах, и только в помещении шлем можно было снимать. Каждый вечер астронавты возвращались по домам, как того требовали родители и пандемия. Но они надеются, что смогут действительно отправиться на Марс. Детей вдохновляли фотографии, которые прямо сейчас снимает на Красной планете марсоход «Настойчивость», а также самый настоящий астронавт Клод Николье, единственный пока что швейцарец, который был в космосе.